День добрый, на связи МК Вацкий. Сегодня мы продолжаем с вами проходить замечательную игру Crash Bandicoot. Это первая часть игры, но при этом у нас и уровень 11, 1-1-1, так сказать, 3 единички. Да, это у нас будет босс, второй босс, Риперум. Ну давайте лишнее слово бросать не будем. Риперум почему-то переводит как кенгуру. Хотя это бешеная собачонка, по-моему. Ну да, вот такой вот у нас босс с вами. 3 жизни у него. Алгоритм его поведения меняется с каждым жизнью. Надо прыгать на такие ящики с ТНТ. И чтобы он рядом оказывался, вот как сейчас, чтобы подрывался, он меняет траекторию с каждым разом. По-моему, плюс там будут падать динамитики, если не помню. Тротильчики. А может, они будут, не помню. На маску нам прыгнул. Кстати, по-моему, когда мы с боссом в первую часть сражаемся, нам дают 2 маски. Все. Босс уничтожен. Да, вот так все просто, на самом деле. На самом деле, может быть, это не так уж просто, но просто я говорю, я эту игру проходил давно, для меня это уже все не секрет. Боссы, как говорится, изи-пизи, лимон-сквизи, очень быстро проходятся, да? Вот так он проходится. Это было у нас с вами 11 уровень, не совсем корректно, что это уровень, это второй босс, ну, 11 по счету, сектор, да? Мы с вами прошли, сейчас у нас будет 11 уровень, ну, условно говоря, сейчас будет 12 уровень, да, если не считать этот босс, вообще 9, ну и... Сейчас будем считать по порядку хронологическому, будет 12 уровень, это Velos City, потерянный, затерянный город, может будет переводиться. Если я вот как раз ничего не путаю, по-моему, здесь мы получим с вами первую цветную гему за все ящики, зеленый, но это очень сложный уровень, и он у нас займет много времени, я так полагаю. Но в любом случае, мы его с вами пройдем, но это уже в следующей части. Ну что, на связи был МК Абацкий, мы с вами победили Рипперу, Кенгуру, я надеюсь, что это вам понравилось. Я надеюсь, что вы смотрите с удовольствием наш канал. Может, кто-то вообще нашел нас в интернете, в интернетах, да? Поэтому я думаю, что можете подписаться. Я вас упрашивать уговорить не буду. Вот, я просто об этом всегда говорю. Вот, на всякий случай сделаю оговорочку. Попрашивать лайки, там, подписки не будем. Просто это на вашей совести. Я просто сегодня говорю, что вот, если вам вот, нравится сам формат канала и какие игры на нем представлены, видео, да, мой стиль комментирования, прохождения, вы можете подписаться, чтобы видеть новые видео. Если вам действительно понравилось это видео, можете поставить лайк. Спрашивать не буду. Если не понравилось, пожалуйста, не ставьте. Это все, как говорится, на вашей совести, да? Ну, просто вот такая вот оговорочка, справочка, потому что я вот не уважаю тех, кто там подписывайтесь, ставьте лайки и прочее, прошу. Это не мой стиль совершенно. Так что на связи был МК Вацкий. Всем спасибо за внимание. Всем пока.